Риточка, и Риточка, все, мы участвуем, все, вот так. Заходим, отличненько мы участвуем. Так, теперь вангарчик, ну я думаю, 20 гранаток нам хватит. Так, а вот эту надо заменить, наверное. Так, это мы заменим, это мы зайдем и купим щиток, вот так. Отличненько, гранаты, не понял, где мои гранаты? Что-то это, а, ну вот, вот гранаты есть, а где аптеки? Вот так, нет, наверное, вот так. О, опять гранаты, не понял. Это что такое? Это как? Верните мои гранаты. Где мои гранаты? Нет, наверное, как неправильно делать, неправильно ставлю. Так, вот так надо. Наверное. Аптеку, наверное, сюда. Нет, наверное, гранаты. О, гранаты здесь, все. О, вернулись гранаты, все, вернулись. Аптеки где? Так, нет, эти пропали. А, вот, все, все хорошо, все. Вот теперь можно в бой. Или все-таки давай аптечки возьмем. Нет, аптечки плохо брать. Давай аптечки обратно. Нет, давай гранаты. Вот сюда. Вот отлично, гранаты есть. Аптеки где? А, вот все, аптечки тоже есть. Фу, я уже думал, все попропало. Мы переходим к видео, все. Пошли, 20 гранат, 15 аптек. Нормально, вот не станет мне. Опять нету. Всем привет! В эфире канал Лига Music Wars. Ребята, сегодня у нас массовая готовка к Хэллоуину. И меня очень заинтересовал вопрос, а что-нибудь новенькое добавили, изменилось ли что-нибудь? И поэтому я залез опять в сам пак игры и начал в нем копаться. И вот что интересного мы там обнаружили. Сейчас за раз и посмотрим. Но для начала... Скидка 83%. Теперь 28 уровень. Мне уже 30 дали, 29 дали, 28. Думаю, сколько еще вниз меня спускать будет за этими уровнями. Прям интересно. Так, и мы, наверное, пойдем с самого начала. Это предложение от такого образца вы уже все видели. Насколько я понял, да? Но вы видите, да? Что получается, нижних вот этих часть про зомби, кол, нефтебабл еще ни у кого не было. Есть вероятность, что будет тестовый период и будет введение именно, получается, спецпредложение с каким-то из этих веселых элементов. Ну, надо будет посмотреть, введут или не введут. Дальше. Появилась вот такая интересная вещь на спецпредложение. Интересно, куда его готовят, на какой праздник. То есть тоже очень интересно. Вообще анонсировал его очень давно, это спецпредложение. Слушай, времени уже прошло тоже долго. Чего ждут, то есть неизвестно. Дальше. Обратно вытащил, ребята, пугалки. Надеюсь, помните, да? В прошлом году все это проходило, все это веселуха. Думаю, что пугалки, скорее всего, оставят, потому что уже третий год подряд это все происходит. Поэтому, думаю, тут веселье, скорее всего, останется. Дальше, не забывайте, скорее всего, будет интересная опять лотерея и будет разыгрываться кровь Дракулу, так как существующая... имею в виду бонусная вещь, уже исчезнет у многих донатов и просто тем, кому повезло. Не забываем про наших любимых фанаток на тыковочках, которые приедут к нам в гости. Обязательно будут. Интересно, что-нибудь новенькое там добавят или, как обычно, поставят нас стандартными какими-нибудь животными и все. Хотя девочки прям красивые. Да, не забываем, турнирный марафон тоже добавят, 100%. Будет наши летающие шары. Ну, скорее всего, каким-нибудь призиком интересным. Но тоже посмотрим, будем ждать. И меня очень интересно заинтересовала вещь. Ребята, я выкопал вот такую вот интересную вещь. Пытался его найти, кстати, я не мог найти. Предположительно, какой-то профессор на русском языке. Смотрите, написан 23 уровня, лежит прямо в паке внутри. Зачем? То есть неизвестно. Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне вот очень интересно, что это за персонаж. Так, а теперь к более-менее интересному. Ребята, вот это
персонаж, скорее всего, который будет введен на Хэллоуин. Это апгрейд нашего Дракулы князя, скорее всего, вот в это веселое чудище. Это то, что я оттуда выкопал. Интересно. То есть получается сейчас 20 уровня, его скорее всего проапгрейдят, наверное, 25. Может быть, и введут какую-нибудь интересную фичу опять. Интересно, у меня он 12 уровня, я его прокачать не могу. Они все вводят и вводят его. Когда я уже, и вообще его не докачаю никогда, я думаю. Ну, прикольный такой, красивый. Помните свое время? Те, кто застал апгрейд простого Дракула к князю Дракулы. А вот теперь будет, скорее всего, в какой-нибудь Вульфенштейна Дракулу. Прикольный такой чувак. И для любителей апперкота, ребята, специально для вас, вы меня спрашивали, типа, вот это и есть кастет на 30 уровне. Те, кто качал, получается, крит, качал апперкот, ребята, на 30 уровне вас ждет сюрприз. Он есть, можете не перекручиваться, оставлять. Ну, пока не видел, чтобы кто-то его хотя бы вытащил. Вот. Такие вот интересные у нас небольшие новости по паку. Короче, пытался найти какую-то инфу по поводу того, какой будет новый навык. К сожалению, не нашел про инфу, поэтому будем ждать. Будет сюрпризом, так сказать. А сейчас, ребята, счастливо вам в жести. Осталось еще 2 дня. Набиваем опыт и качаемся. Ставим лайки, ребята, подписываемся на канал. Будем делать новые видео. Спасибо за просмотр и счастливо вам!